привет! С вами Арин и свежий выпуск новостей от крупного игрового портала Game Award. Сегодня в выпуске. При разработке Fallout 4 компания Bethesda равняется на GTA 5. В GTA 5 появились настоящие полицейские. Над разработкой Cyberpunk 2077 работает все больше людей. При разработке Fallout 4 компания Bethesda равняется на GTA 5. Bethesda Game Studios, оказывается, перед собой поставила весьма амбициозную задачу, а именно сделать из своей новой игры Fallout 4 самый лучший проект в серии. Упор в игре они делают на свободу действий и открытый мир в постапокалиптическом городе Бостон. И, как стало известно, в качестве примера разработчики поставили себе GTA 5. Кроме того, разработчики игры Fallout 4 игрокам предоставляют огромный игровой мир. Они также хотят предоставить игрокам и множество различных деталей в механике геймплея. Среди этих элементов также будет и очень развитая система крафтинга, брони и оружия. Напоминаем, что представители Bethesda Game Studios подтвердили то, что Fallout 4 будет работать в одинаковом разрешении и при одинаковой частоте кадров на абсолютно всех платформах. Как стало известно, новый проект будет работать в Full HD разрешении с частотой 30 кадров в секунду. Глава отдела связи с общественностью по имени Пит Хайнс также заявил, что игра никогда не прославлялась своей графикой. Поэтому вместо того, чтобы тратить время на различные визуальное оформление Fallout 4, они потратят все имеющиеся силы на новые возможности и интерактивность в своем новом проекте. В GTA 5 появились настоящие полицейские. Группа талантливых мододелов выпустила свою публичную версию мода под названием LSPD First Response для Grand Theft Auto 5. В этом великолепном моде игроки смогут взять на себя роль копа. В качестве полицейских игрокам предстоит арестовывать правонарушителей, тормозить авто для осмотра, выезжать на места преступления и вообще окунуться в роль хранителей порядка Лос-Сантоса. Авторы данного мода дают возможность не только совершить арест подозреваемых и остановку авто, но дают возможность отправиться в погоню за преступниками, вызвать поддержку и ряд других не менее замечательных возможностей. Чтобы поступить на службу в полицию, игрокам достаточно просто отыскать полицейское управление и зайти внутрь. Внутри можно будет выбрать одного из офицеров полиции, выбрать подходящий транспорт и выбрать улицы, которые можно будет патрулировать. Над разработкой Cyberpunk 2077 работает все больше людей. Команда CD Projekt Red переключает все больше и больше сотрудников на разработку игры Cyberpunk 2077. Марчин Ивинский сообщает, что не стоит волноваться за Ведьмака, ведь их основная часть команды все так же усиленно работает над исправлением разнообразных багов и разработкой дополнений. Но невозможно не заметить, как в разработке игры Cyberpunk 2077 присоединяется все больше и больше сотрудников студии. CD Projekt Red отмечает, что пока игра не будет готова хотя бы на 90%, ее не будут показывать. На этом наш выпуск. С вами была Арин. Если вам понравилось, ставьте класс, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч в новых выпусках. Пока!